Во второй этап выйдут 7 человек. Уважаемые члены жюри, 7 человек. 7 человек. Завтра, 26 ноября, также в 21.00 состоится второй и третий этап. Во втором этапе участники споют дуэтом с известными людьми нашего города. И в третий финальный этап выйдут только трое караоке-исполнителей. И здесь участникам предстоит исполнить песню, выбранную наугад. Это очень сложно, но очень интересно. Согласен, прям кот в мешке, да? Дорогие конкурсанты, оценивать вас сегодня будет высокоуважаемое жюри. Разрешите представить актер театра Александр Кирпичев! Директор модельного агентства и школы эстетического развития Fashion Deluxe Анна Федюра Булева из Менты. Анна, поражительно выглядите сегодня. Прям классно. Команда Бис, ведущий лучших праздников Дмитрий. Композитор, музыкальный продюсер, участник диапазон Creative Music Family Евгений Генц. Так. Ну что, друзья, здесь минуточку, потому что я представляю президента Федерации кикбоксинга Костромской области, идейного вдохновителя интернет-канала «Открытая студия» Илона Бухова! Ура, друзья, с вами сегодня сам президент. Руководитель и хореограф танцевальной студии «Черри Данс», многократный победитель фестивалей в городе Москва, Московской области, Ярославля, солистки группы, профессиональная танцовщица Ольга Лопатина, Бурлева из Менты. И, конечно же, лидер группы «Встречная полоса» Владимир Сосуля! Громко! Ну что ж, друзья, буквально через считанные минуты, секунды начнется наша караоке-шоу. Для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, не наброшенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Закрываются глаза, приходят снова.
все! Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your bill, giddy around the clock. Peaks and middle in the jingle beats, that's where Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Звонки мне достался голос, но хотелось все через мир мне посмотреть. И однажды утром суматошный город, я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все равно ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Горячим хлебом пахнет в доме нашем, и бежит куда-то по дороге река, и дорогу гуси переходят важно, и во враг и шмель мохнатый бьет росу цветка. Я шут, я глядин, я просто смерть. Всю не нарушу бред, полночный бред, терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест урос во вечная печаль.
готов принять. Нет, горбун отверженный с проклятием на челе. Я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Поддержим! Рай обещают рай твои объятия. Дай мне надежду, о мое проклятие. Знай, греховных мыслей не сладка слепая власть. Безумец прежде, я не знал, что значит страх. Everybody's disapproval. She what she tells sooner. If they haven't examined you speak, she's the last from mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh forms in each week. We were born sick, you've heard them say. My church offers no absolute. She tells me worship in bedroom. Only heaven I'll be sent to. It's wrong, I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog. Every shot of your lies, I'll tell you my sins, and you can drop in your night. Offer me that brother's death. You can go. Мне приснилось небо Лондона. И обломов доставало житье и бытье. Но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем свое. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселее. Но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочках виднели. Но девушки всегда во мне чего-то находили. Нет, знаю, что на девочка беднее. Этим я поделился секретом. В первый раз. В каждом зале и в этом. Я надеюсь, подружки, на вас. Да не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это наши веселенькие. Но девушки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочка беднее. Может быть, как бывает, жизнь не подчёрт, наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, и зажав раньше могу пожелать я, и распахнув свои шальные
объятия ласкает нас Москвой прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок на коньячок вкуса ночи. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Пусть тебя далеко дом и семья, и меня с курорта ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилась ничья. А ты стоишь на берегу в синем платье и зажег раши пожелания. И распахнул свои шальные объятия, сходит нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкус на очи. Я готов расколовать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра. Пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, путь. Что-то главное вышло из моды, а мы согласно законам природы все вгрызаемся в мир, будто рыба пила. Остается лишь тонкая нам нить, как по-русски уже не упомнить. Единственное слово, меня спаси. Люби, надейся, верь и приезжай. Хотя бы ненадолго, своим ключом открой ковну. Поехали! Забыть нельзя, вернуться невозможно, звезда любви сгорает надо мной. Звезда любви за грешной суетой, когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Возьми нас с собой, пролетая над нами, и все вместе мы лежим в минотами. Чат года, мы летим в минотами. Города, мы молчим, но это все любовь, и ее ни к чему измерять словами. Мы лежим в минотами. Чат года, мы летим в минотами. Города, мы молчим, но это все любовь, но упала нам кровь, пролетая над нами. Знать потом, через тысячи лет, среди миров и красивых планет, мы станем звездами на небесами. И мы сорвемся в разов с высоты, звезды должны исполнять все мечты, пролетая над нами. Мы лежим, мы над нами, чагода, мы летим, мы под нами, города. Мы молчим, но это все любовь, и ее ни к чему измерять словами. Мы лежим, мы над нами, чагода, мы летим, мы под нами, города. Мы молчим, но это все любовь, что упал нам в кровь, летая над нами. Говорить не буду. Вообще, на самом деле, очень сложная ситуация, в которой я нахожусь, потому что если бы я начал петь, жюри единогласно отправило бы меня на костер.
Вот, а мне еще и это судить все. Приходится какие-то оценки ставить. Это невероятно щекотливая ситуация. Но, в общем, я не буду долго затягивать. Я, наверное, оглашу сразу вот те результаты, которые у нас. Мы не стали ранжировать по местам. Мы сейчас просто назовем тех участников, которые у нас проходят во второй тур. Итак, Владимир Джевел. Он уехал домой, я ему передам. Гец тоже, он дамаскин. Виктор Румянцев. Где он? Сюда, к нам. Виктор Румянцев. Отлично. Пятерочку сразу. Сразу. Эрлан Токтоназаров. Где Эрлан? Отлично. Ты записываешь? Записываю. Дарья Оболочкова. Друзья, где она? Супер. Александр Крылов. Ура, друзья, ты красавчик, между прочим. Екатерина Сажина. Она тоже, видимо, куда-то ушла, но мы ей передадим. И у нас 6, да, уже набралось? 1, 2, 3, 4, 5. Ну и один дома, да? Да. Вот. И Анастасия Родионова. Ура, друзья! Что, специальный приз? Да. Специальный приз, а тоже я, да? Может быть, кому-то я, хорошо. Итак. Давай так. Специальным призом жюри награждается Дмитрий Плаксин! Ура! Где он? Друзья, специальный приз. Пожалуйста, выходите. Дмитрий Плаксин, друзья, бурные аплодисменты! Подарочный сертификат от «Синей птицы». Спасибо. Я предлагаю добрать одного участника. Что? Еще одного? Я больше. Тебе нравится, когда по ушам топятся маски? Я пойду подслушаю. И набираем мы еще Карину Елизавету, дорогие друзья. О, где она у нас? Это девочка самая искренняя улыбка. Да, девочка улыбка забирает. Аплодисменты. Ну все, друзья, завтра встретимся. Готовы рвать? Да! Танцы, танцы, нужны танцы, девчоночки, мальчишечки, все, все, поехали, начинаем. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам не зачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка «Мадай». И в камеру вот так вот. Если сигареты, спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь поем. Но мы вместе, 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 вместе. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.